Рабочий объезд Акима Бауржана-Байбек начался с улицы Абдулиных. Здесь приступили к среднему ремонту, то есть к полной замене дорожного полотна. Меняется асфальтовое полотно от улицы Кирова до улицы Макатаева. Сейчас мы до улицы Жибекжола дошли. Сейчас работу немного приостанавливаю, потому что там, значит, тепловые сети по этой улице должны поменять, значит, тепловые свои сети. После их замены мы продолжим строительство, ремонт этой улицы до улицы Макатаева. Параллельно ведется работа по благоустройству тротуаров. Кое-где мешают заборы, самовольно установленные застройщиками. К примеру, это ограждение. Аким города поручил специалистам разобраться с этой ситуацией. Он дал поручение. Земельная инспекция совместно с Медведским районом будет сносить заборы. Как только снесут заборы, мы там в течение недели обустроим тротуары. В целом, в этом году в Алматы запланировано строительство 10 пешеходных переходов, которые будут регулироваться светофорами и ограждены специальными конструкциями. Реконструировано будет еще свыше 100 с организацией освещения в ночное время. Обеспечение водителя информации о том, кто приближается к пешеходному переходу. Ознакомился сегодня аким города и с ходом строительства дорог в Алматы. В микрорайоне Акбулак, к примеру, заасфальтируют около 8 километров. Это 14 улиц. 6 основных улиц в микрорайоне Акбулак будут полностью благоустроены. А это значит, что кроме того, что дороги заасфальтируют, проложат здесь и тротуары для пешеходов, а также арочную систему. Очень сложные работы по созданию земляного полотна. Вырезается корыто, стелится нижний слой стелющегося основания, дальше выравнивающий слой, и потом два слоя асфальта. Все улицы будут капитального строения. В микрорайоне Алгабас также с нуля построят 3 километра дорог. Это 7 основных улиц. В целом в городе сейчас ведется масштабная работа по ремонту и пробивке дорог. Большие наши объекты строительства инфраструктуры, пробивка улицы Фурмана до Жансугурова, строительство развязки на Сейфуллина Жансугурова, строительство развязки на Рыскулова-Емцова и Кульжинский тракт с Рыскулова. Эти все 4 объекта мы в этом году начали строительство. По договору они должны закончить до 2019 года. Строительство этих транспортных развязок по расчетам, значит, проектировщиков, после того, как введут действие, они на своем участке разгрузят транспортные потоки от 20 до 30%. Аким города отметил стратегическую важность строительства дорог и развязок. Поэтому максимально должны соблюдаться сроки, а также будет вестись жесткий контроль качества работ. Алтынчаш Смагулова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.